Всем привет! Вы на канале Лашка Kids. И сегодня, ребят, у меня вот такой слайм, вы, наверное, его помните. Он стал у меня очень-очень липкий. И я хотела вам дать совет, что же делать, чтобы слайм стал воздушным, не липким и хорошо хрустел. Вот, смотрите, ребят, он очень-очень липкий у меня. Сейчас. Вот. Тут, кстати, если посмотреть, сюда оказываются блестки. Я даже не знала. Так, вот смотрите, ребята, он очень-очень липнет у меня, не знаю, и к рукам тоже липнет. Но я слышала, что можно просто добавить воды немножечко, перемешивать тщательно, и как бы он станет, во-первых, воздушным таким, хорошим, и он особо не будет липнуть к рукам. Так что давайте-ка мы попробуем этот способ. Вот, смотрите, он хорошо очень-очень кликает. Немного хрустит, но он липнет очень-очень. Вот, так что давайте-ка мы попробуем добавить немножечко воды. Вот, ребят, я добавила воды. Это вот реально вот вода, видите? Так что давайте-ка мы его добавим на слайм. Так. Ну и хорошенечко перемешиваем. Так, я думаю, пока что столько хватит. К сожалению, ребят, слайм у нас не получилось запустить. Но мне никак не загущается. Но он все равно очень-очень классный. Я его оставлю. Сейчас я поставлю его, наверное, обратно в коробочку. Я вообще, ребят, я не знала, что тут оказываются блестки. Я только вот сегодня увидела. Вот так вот. Очень-очень липкий. Умничка, если ты смотришь это видео, кстати, подписывайтесь на Умопро. Вот, если умничка, ты смотришь это видео, то напиши в комментариях, что нужно сделать, чтобы его запустить. К сожалению, ребят, слайм у меня испортился. Ну, да, это грустненько очень. Ну, вот так вот. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока-пока.